наверное, в этом случае, это из числа гордости нашей системы образования. Красивый, молодой, активный, помимо этого, молодой, активный руководитель, который очень много делает для развития своей образовательной организации. Позвольте, с точки зрения и высоты, а с точки зрения новых достижений, новых практик, новых ситуаций деятельности, развития и наложения вашего педагогического коллектива, поиска и находок новых молодых активных членов профсоюзной организации. Надеемся на дальнейшую совместную деятельность и с профсоюзной организацией. Владимир Федорович, тоже от лица профсоюзной организации Назаровской. Я поздравляю вас с юбилеем, желаю вам здоровья, хорошего отдыха для дальнейшей плодотворной работы. Спасибо.